Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Сегодня в Доме народного творчества состоялось традиционное послание главы правительства Шалбана Караула Верховному Хуралу Тувы. В первую очередь он поздравил жителей республики с Днем Конституции России. Дорогие коллеги, хотел бы от всей души поздравить всех вас с этим важным государственным праздником, с Днем Конституции нашей страны. Желаю вам успехов в государственной деятельности на благо родной республики и великой России. В послании глава Тувы отметил социально значимые проекты, большинство из которых уже стали материальной и социальной помощью для многодетных семей, а также развивает республику в целом. Это Кыштаг для молодой семьи и «Одно село, один продукт». Проект «Одно село, один продукт» только на первом этапе дал нам около 2000 новых рабочих мест. Обеспечил возможность выйти на кластерный принцип организации агропромышленного комплекса. Создание мясного кластера дает первые результаты. Сегодня уже вкус тувинской баранины могут отведать жители северных и сибирских регионов, Подмосковья, Москвы. Потребителям отгружен уже более 300 тонн мяса. Только одно предприятие ежемесячно у нас производит по 25 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов. Конечно, это здорово. Сегодня по программе «Кыштаг для молодой семьи» в Туве создано более 200 фермерских хозяйств, которые еще будут расширяться. Помимо этого, будет дорабатываться и вопрос об электроснабжении чабанских стоянок. Кроме того, глава региона отметил, что правительство республики прорабатывает вопрос о снятии возрастных ограничений по данному проекту. Сегодня желающих стать его участниками намного превышает ежегодную квоту. В этом году сразу несколько сельских сходов обратились ко мне с просьбой снять возрастной ценз 30 лет и допустить до участия в проекте семьи постарше до 45 и, может, даже 50 лет. Также Шолбан Караул в послании озвучил и новые проекты, которые нацелены на развитие мораловодства, коневодства и оленеводческого хозяйства. Хорошими темпами растет у нас поголовье лошадей. В следующем году мы реализуем проект 2АД. В его рамках уже начат породный переучет, идут генетические исследования, на основе которых будут выработаны рекомендации по сохранению и усилению племенного ядра тувинской породы лошадей. Минсельхоз Республики запускает адаптированную версию проекта «Кыштаг для молодой семьи» для оленеводческих хозяйств. Также председателем правительства республики была обозначена актуальная для Кызыла проблема. Это загрязнение атмосферы столицы сажей в зимний период. По словам главы региона, кызылчане больше всего страдают от болезней органов дыхательных путей, в частности, раком легких. За последние 5 лет уровень болезни повысился почти на 50%. Поручаю Министерству экономики, Министерству финансов изыскать возможность и найти источник для софинансирования из бюджета инвестиционного проекта, предлагающего лучшие технологические решения по снижению уровня сажи в атмосфере города Кызыла. Необходимо объявить открытый и публичный конкурс с участием не только представителей республики, но и других регионов России. Это первое. Второе. Мэрии города Кызыла необходимо в кратчайший срок выработать механизмы стимулирования владельцев частных домов на приобретение угольных брикетов или установку специального печного оборудования по снижению выброса. Не менее острый является вопрос организации пассажироперевозок, в частности в Кызыле. По поступающим сигналам от жителей столицы вырисовывается картина того, что в этой сфере отсутствует качество и порядок, отметил Шалбан Караул. Так он поручил депутатскому корпусу города Кызыла и столичной мэрии принять в этом секторе конкретные действия. Будут привлекаться и частно-государственные, в рамках частно-государственного партнерства будут привлекаться предприниматели. Во-первых, в первую очередь это приобретутся муниципальный транспорт. Во-вторых, будет оказана помощь тем предпринимателям, которые захотят улучшить свои, значит, вот эти вот автомашины, на более, поменять их на более такие крупные базики, которые соответствовали бы требованиям большого города. В
В ходе послания были отмечены и положительные моменты, в частности, польза внедрения новых цифровых технологий в медицину республики. Качество медпомощи и высокий стандарт обслуживания стал возможен благодаря автоматизированному процессу. Это, безусловно, требует качественно новых знаний персонала и существенно помогает пациентам, отметил он. Приоритет направления деятельности Министерства здравоохранения выбили направление цифрового здравоохранения, то есть электронное здравоохранение. Для этого все предпосылки есть у нас. У нас функционирует на сегодняшний день единая информационная система здравоохранения. И она интегрирована в общую, значит, единую информационную систему здравоохранения страны. Поэтому эта работа имеет достаточно серьезную проработку. Но остается очень много задач, которые именно мы определяем на следующий год. Тува всегда славилась историей своих малых сел крепкими животноводческими традициями. Именно поэтому нужно поддерживать малые села и поселения республики, отметил глава Тувы. Все акценты, все внимание будет заложено на развитие малых сел. Вот это самое, действительно самая острая проблема, один из острых проблем нашей республики. И кроме этого, огромное внимание на интернет-ресурсов. И именно этот интернет-ресурс должен тоже работать на наших отдаленных сел и поселков. И поэтому я поддерживаю именно вот этот проект. И вот тоже объявлен годом наших отдаленных сел и поселков. В послании глава региона представил анализ текущей социально-экономической ситуации и обозначил основные направления развития республики на предстоящий период. В заключение он отметил, что правительству региона предстоит продолжить реализацию многих жизненно важных для экономики республики проектов. В преддверии Дня Конституции России в Верховном Хурале Тувы состоялось торжественное вручение паспортов старшеклассникам Кызыла. Сотрудники полиции совместно с депутатами регионального парламента в торжественной обстановке вручили 28 школьникам основной документ. Кроме того, обладателем паспорта гражданина Российской Федерации в этот день стал гражданин Республики Казахстан. А также вид на жительство было вручено гражданке из Республики Армения. Вместе с паспортом участники мероприятия получили и памятные подарки. Депутаты и полицейские пожелали школьникам отличной учебы, успехов и пожелали стать достойными гражданами своей страны. Профсоюзы Тувы отмечают свой 90-летний юбилей. 18 апреля 1927 года состоялся первый учредительный съезд профсоюзов, на котором был сформирован первый профсоюзный совет, названный профсоюзом «Аратов». В программе действий профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов определено, что главным критерием эффективной деятельности профсоюза, его выборных органов и организаций является реальное обеспечение каждого члена профсоюза рабочим местом в соответствии с его профессиональной подготовкой и квалификацией, своевременно выплачиваемой достойной его труда заработной платой, здоровыми, безопасными условиями и охраной труда. Надежная защита его трудовых прав. В настоящее время в профсоюзах Тувы состоят более 3000 членов. Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Туве впервые проводит акцию по списанию пени и готов простить неплательщикам более 9 миллионов рублей. Акция, стартовавшая 1 декабря, продлится до конца месяца. Чтобы стать участником акции, необходимо погасить всю задолженность по взносам или хотя бы ее половину, заключив соглашение о реструктуризации долга. При этом предъявлять квитанции не нужно. Все платежные операции автоматически отображаются в базе данных. Сумма списанных штрафов будет отражена в платежках за январь 2018 года. Пени, взыскаемые по решению суда и оплаченные до начала акции, списанию не подлежат, уточняют в фонде. Отмечается, что в настоящее время общая сумма долгов составляет более 9 миллионов 700 тысяч рублей. Из них оплачены лишь более 400 тысяч рублей. За весь период действия регионального оператора в Туве отремонтированы 39 многоквартирных домов, из них 14 в этом году. На капитальный ремонт затрачено 35 миллионов 97 тысяч рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 23 копейки, евро 69 рублей 80 копеек. Акции.
акция «В мире обоев». Новый год с новым интерьером. При покупке от 3000 рублей до 31 января вас ждет новогодний подарок. «Мир обоев. Энергетиков 3». Теперь я к празднику готов. Дедушка знает, где подарки покупать. Готовимся к празднику с РБТ.ру. Так встраиваемый духовой шкаф Bosch всего за 18 990 рублей. РБТ.ру. Е капиталын пажин садып паза тудып алырынга ажыгларынга тузалар биз. Сез 600-700-510-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 
В Кызылском центре образования «Анаяк» прошел лекторий профориентация для родителей учащихся 9-11 классов по теме «Пути выбора профессии». Встреча родителей с преподавателями была итоговой работой в рамках федеральной целевой программы развития образования в 2016-2020 годах, которую образовательное учреждение выиграло в мае текущего года. Родители проинформировали о системе профориентационной работы и профильной подготовки старшеклассников кызылских школ. Создана сеть из 62 учреждений по повышению жизнестойкости учащихся, которая объединяет различные образовательные учреждения с целью обучения нашей методике. Был реализован целый ряд различных профориентационных мероприятий. Участвовали в этих мероприятиях не только дети с нашей республики. Санкт-Петербург, Липецк, Соликамск, Псков, Калининград. Также на встрече родители получили полезную информацию о формуле выбора профессии. Кроме того, заведующая социально-психологической службой «Анаяка» Оксана Ташкина рассказала о типичных трудностях выпускников при выборе профессии и о создании благоприятных условий при подготовке к экзаменам. Вот сейчас вспомните каждый своего ребенка и назовите то главное качество, которое для вас ценно. Ну, пожалуйста. Здоровый. Порядочный. В завершении занятия родителям были вручены буклеты профессии, которые выбирают наши дети, и список востребованных профессий в Туве. В республике стартовал проект «Здоровая школа в Туве», который был начат на втором сибирско-азиатском стоматологическом форуме летом текущего года. За это время организаторами и участниками проекта согласована программа профилактики для детей начальных классов. Также проведены подготовительные работы по обследованию, которые позволили оценить необходимость кызылских школьников в стоматологической помощи. Так, в рамках проекта стоматологи посетили 15-й лицей Кызыла. Врачи показали детям, как правильно чистить зубы и последствия несоблюдения гигиены полости рта. Так, по итогам проекта будет проведено эпидемиологическое исследование, после которой будут известны влияние проекта на здоровье детей. Сформировать у детей правильные привычки в отношении здоровья полости рта, сохранения здоровья полости рта, выбирать правильные продукты, максимально избегать продуктов, которые вредят здоровью не только полости рта, но и в целом организма. Многие заболевания взаимосвязаны друг с другом, и уже достаточно давно доказано, что кариес, в частности, развивается в связи с теми же факторами риска, как и заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания эндокринной системы, поэтому эта профилактика касается в целом здоровья школьников. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность, днем небольшой снег. Ночью минус 24, минус 26 градусов, днем минус 18, минус 20.